В Кыргызстане провели конкурс «Юный друг милиции», целью которого является активизация деятельности отрядов ЮДМ по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, воспитанию позитивного правосознания подрастающего поколения, организации занятости и досуга подростков. На конкурсе побывала и наш корреспондент Айзада Урунбаева. «Юный друг милиции» – это не просто конкурс для школьников, это целый мост между юным поколением и законом. Ведь если есть порядок в школе, порядок есть и в стране. Именно поэтому очень важно вовлекать ребят в юношестве к правопорядку и давать им самые необходимые знания закона. Самое главное здесь то, что школьники сами заинтересованы в подобных конкурсах. В Министерство внутренних дел прибыли 9 команд победителей областных конкурсов смотра «Юный друг милиции». На сегодняшний день мы проводим. Данная акция и конкурс проводится в целях популяризации новых законодательств, профилактики среди учащихся общеобразовательных организаций. Конечно, это насилие в отношении детей, межличные отношения, также школьный рэкет, жестокое обращение. Все эти профилактические мероприятия на сегодняшний день по республике создано свыше 1700 отрядов «Юный друг милиции» в школах. Чтобы принять участие в конкурсе «Юный друг милиции», школьные команды прибыли из всех областей республики. К примеру, Ислам приехал из Нарынской области. Мечтающий стать в будущем сотрудником милиции, юноша уже на отлично знаком с правопорядком. Мы приехали из Нарынской области, команда «Патруль». Наша главная цель – стать победителем республиканского смотр-конкурса. До этого республиканского тура мы прошли много ступеней. Вообще, это мероприятие и само понятие «юный помощник милиционера» для меня много значит. Благодаря ему даже дети знают о своих правах и создают нужный правопорядок. В будущем я надеюсь стать сотрудником милиции. Кстати, Нарынская область в этом году впервые принимает участие в конкурсе. И ученики первой школы имени Тактагула Сатылганова, только освоив правила участия в конкурсе, выиграли районных, городских и областных соперников. А теперь испытывает удачу в республиканском конкурсе. Вот эта наша команда завоевала самые первые места в городских конкурсах, а потом уже в областном конкурсе. Мы вышли в финал на республиканский конкурс. Сегодня я приехала с 10 детьми. И я думаю, что мы завоюем первое место, потому что это кропотливая работа. И главное, можно сказать, именно вот желание детей быть всегда первыми. Наш класс везде, во всех конкурсах, и внутри школы тоже, вне школы тоже, постоянно мы стараемся быть первыми. И сегодня, я думаю, что нам фортуна улыбнется, наверное, думаю. Выбрать лучших всегда сложно, а выбрать лучших среди лучших еще сложнее. Ведь сегодня в конкурсе приняли участие победители своих областей. Так, председатель жюри конкурса «Юный друг милиции» считает, что каждый из них уже достоин стать сотрудником милиции Кыргызстана. Я думаю, где первый руководитель смотрит на общественные мероприятия с душой, там будет порядок. Я думаю, среди этих учащихся будут будущие наши милицейские ряды пополнятся. Они, наверное, на данный момент занимаются именно воспитанием, предупреждением правонарушений среди школьников. Я думаю, в будущем среди них выйдет наш будущий сотрудник милиции. Отметим, конкурс ЮДМ проводится с 2014 года. По итогам конкурса школьные команды по традиции получают ценные призы, а победители отправляются дальше на международные соревнования, а именно на аналогичный конкурс стран СНГ. Айзада Урумбаева, Джентай Макенов, «Пирамида».